Привет! И это четвертая серия моей секретной жизни. Сейчас без 15 час ночи. С вами Полина из города Красноярска. И только что мы встретили Новый год. Запускали фейерверки. Потом дарили друг другу подарки. Ну, то есть находили их под елочкой. Мы вот показывали сценку. Я была... поймать скидкой. Вот. Очень всем понравилось. Мы находимся в деревне Большая Мурта. Сегодня уже 1 января. Без 15. Час ночи. Вот. Мне на Новый год подарили, как я вам говорила, лыжный костюм. И мне еще подарили колонки. Большие такие колонки. Две. И буфер такой большой. Для компьютера. Вот. Тоже сейчас сказать. Ну, сейчас будем продолжать отмечать. Очень все понравилось. Очень. Фейерверки были замечательные. Ну вот. Ну, как бы рассказывать больше-то и нечего. В общем, увидимся, наверное, сегодня. То есть 1 января только. Днем. Часов 12. Вот. Если вы хорошо встретили Новый год, как говорит поговорка, как встретишь год, как встретишь Новый год, так и его проведешь. Вот, так что желаю вам счастья, здоровья в этом году, любви, денег и всего хорошего. Все, пока-пока. Я пошла продолжать встречу Нового года. С вами была Полина из города Красноярска.